Гей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, крошка-крошка, сок яблочный, снеговик, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Привет. Сегодня у нас очень классная рубрика «Какой из цепи выдержит ядерный взрыв?». И все, опять же, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем тестировать этих классных из цепишек и монстров. Ну все, я думаю, что хватит, давайте еще вот этого, погнали. Entity SC-100, бомбочка пошла у нас. Понятно, что будет дамаг неравномерно у всех проходить, но мы постараемся все это проконтролировать. Ой, пошла туда, пошла. Пацаны, что? Умерли самые слабые. Я так и знал, что вот эти вот не выдержат прям такого эпика. Давайте еще мы понаставляем разных монстров. О, давайте взорвем сиреноголового. Вот он, наш любимчик. Так. Так. А вот эту какую-то обезьяну страшную. Непонятно, они как-то выглядят. Кишки из жопы. Так, сиреноголовый тут разорался. Так, теперь мы посбрасываем немножко мощнее бомбы. Это вообще кто такой? Какие-то все... Это непонятные вообще. Они очень крутые. Улетайте, пацаны, улетайте. Полетел паучок. Вот это да. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что мы записываем ролики каждый день и веселимся. Поднимаем всем настроение. Пацаны, как вы думаете, остался кто-то живой, когда туман уйдет? Это дым. Никого. Кстати, не все бомбы взорвались. Хорошо, это будет эталон взрывов, который мы будем делать. Став дальше монстров. Писишечка. Давайте поставим все-таки большого вот этого вот. Вы уберите меня отсюда. Улетай. Давайте я включу режим полета вам, пацанчики. Чтобы было вам очень удобно. Вот один человечек это. Блин, от него такая тень на карте. Это просто жесть. Пацаны, сбрасываю еще раз бомбы. Ой, что-то я там такое сделал в воздухе красивое. Улетай. Ого, я даже умер. Офигеть. Ну что, пацаны? Тоже умерли все? Нет, да. Я не Нифига умер. Нифига себе. Так, давайте теперь оригинальных из цепишек. СЦБ-ЦБ. О, да, давайте статуя. Давайте, пацаны, ставьте всех. Сейчас будем эти же бомбы взрывать. Я надеюсь, что статуя или скромник, наверное, выживут. Но вероятность крайне мала. А что за уточка у вас там такая есть? Я не знаю. Даже интересно, что она там делает. Смотрите, а? Каких монстров классных ставлю. Так, ребята, у нас тут... Так, давайте еще добавим, да. Я думал, что будет побольше. Ого. Что это за говнище? Пацаны, вы готовы? Да. Давайте все-таки SC-500 бахнем. Мне кажется, она будет жестче. Мне пора бежать, значит, да? Да, нам всем пора бежать, пацаны. Хорошо, что есть время успеть улететь. Ой-ой-ой. Это осколочно оказалось, пацаны. Это всех убило просто. Да? Да. Нет, не всех. Во, остался жив. И вон еще тече. Офигеть. Да. Пацаны, неплохо, неплохо. Мне кажется, он... А, вот все. Аннулируем карту. И ставим еще монстров. Давайте поставим просто даже вот этих... класс D, ученый, да. Да. Медвежонок какой-то хочу. Странный, да. Какой-то страшный. Одинаково подумали. Уточка еще. Уточка. Вот, вот эта уточка, вот бей. Вот сейчас это, мы знаете, да. Что сделаем? Мы взорвем одну бомбу, но очень мощную. Давай. Бессмертная рептилия, мне кажется, она не умрет. О, вот сейчас, мы, умрет, сейчас умрет. Мы и проверим. Да. Так, все не виды пах. Статуй. Не пах. Так, пацаны, сейчас я сделаю красивый взрыв. Статуи. Во, отлично. Так, вот эту бомбу я сейчас взорву сдалека. Уходите, пацаны, просто улетайте. Оружие. А что она не активируется? В смысле? Ух ты. Это было классно, когда сдалека активируешь бомбу, я еще так не делал. Надо было, знаете, что мне взять, пацаны, снайперку. А,
Она сразу активировалась, она подлагнула. Карту сначала посмотрим. Я хотел ее аннулировать, но понимаю, что кто-то здесь выжил. Жестко. Да, здесь выжило много монстров. Или не выжило. А почему они живые остались? Может, эта бомба на них не влияет так с этого пака? Мне кажется, они вообще бессмертны. Нет, это просто эта бомба, на них ХП не тратится. Пацаны, другую бомбу взрываю. Не убивайте их. Давайте взорву вот эту вот. Улетайте быстренько. Я уже улетел. Так. Сейчас. Тут не попадаю я по ней, да? Кстати, кто-то умер там. Вот еще один умер. У меня одна жизнь осталась. Ого. Не очень много живы. Так, я не понял, что это за читерство. Давайте еще жахнем что-то мощнее. Нет, что-то никого не вижу. А, вижу. Мне хорошо, кажется, пацаны. Мне кажется, это просто пак бомбы этот не подходит им. Ну все равно они умирают, ну от огня. Так, есть у нас еще. Мне кажется, неубиваемые какие-то. Пацаны, погнало. Рекомендую очень быстро улететь и подальше. Желательно через всю карту. Ну почему на всю карту? А, нет, это слабые взрывчики. Да вообще ничего. Что? Я не понял. Слабый. Хорошо, пацаны. Я специально слабую бомбу взорвал, чтобы вы подумали, что они слабые. Вот такие да. Вот есть. Мы так и подумали. Так, надеюсь, это будет поярче взрыв. Не. Что, дымовухи накидал? Это не слабые. Слабые, согласен. Слабые, пацаны. Согласен. Хорошо, сбрасываю более мощнее. О, давайте мы их сожгем. Давай. Что это за тарелки? Ой, они еще разлетелись по красоте в воздухе. Летят, все вместе. Надо бежать. Ой, все активировались, красота. Что это за тарелки? Сейчас увидишь. Ого, даже меня достало. Вот это тарелки. Прям жесткие тарелки. Очень жесткие бомбы. Они все. Ого, они шевелятся. Живые. Что с ними не так? Хорошо. Умри. Давайте еще разок. Это уже другие бомбы. Этот пак мне нравится, их тяжело уничтожить. Ой, они еще разлетелись так по всей карте. Кабум. Ой. Как-то масса. Ух, одного ты. Вообще бомбы пришибло. Физически, да, его получается? Да, по голове. Все, пацаны, вот эти бомбы, они точно эпические. Я подальше отлечу сразу. Мне кажется, они просто накоцанные будут. Ой-ой-ой, сейчас по башке дойдет. Ух ты. Пацаны, эти бомбы уничтожили, да? Я вижу один живой. Да, рептилия еще живая. Но на то она и бессмертная, чтобы жить. Так, пацаны, аннулирую карту, и мы сейчас сделаем очень жесткую волну. Ставьте побольше NPC-шек с разных паков. Даже можно аниматроников. Давайте аниматроников жахнем. Я не помню, эти аниматроники умирают или нет, то посмотрим. Так, вот так вот. Пока там делают пацаны NPC-шек, мы возьмем очень мощную бомбу в этой игре. Она одна из самых мощных. Это, наверное, даже не одна, она самая мощная в игре. Вот она. Ух, тут сколько нечисти и монстров, ребята. Смотрите, как это круто смотрится. О, сверху. Когда можно как... походить среди них, они тебе ничего не сделают. Когда какие-то пиксели маленькие. Офигеть их сколько. Ого. Это вообще какая-то... А, я помню, мы этого SCP делали обзор. Самые цветные — это аниматроники. И можно порчить. Да. Пацаны, бомба активирована. Я почувствовал. Ой, у меня что-то эффекты от бомбы аж пропали. Женщина. А, это 6 бомб же будет.
Я понял, этот пилпак их не убивает. Бомб, ну, имеется в виду. Все, пацаны, я знаю, какая бомба их убьет. Ядерная. Ой, не успел, не успел. Нет, не ядерная. Вот это вот. Да блин, меня радиация убивает сразу моментально, надо просто улететь отсюда. Надо противогаз одеть, он нам не будет убивать. Надо улететь. О, ты жопа, а? Ой-ой-ой, жахнуло. Что? Я умер же? От одной бомбы? Да ладно. Да нет, еще живы. Матроники только. Ну. И статуи несколько. Пацаны, это апокалипсис всей карты делаю. На рабочий стол не вылетит, не? Вроде бы нет, просчитывается даже. Вон еще кто-то, кстати, из NPC умер. Вот это там взрывы. Улетаем подальше. Слайд-шоу. Ребята, у кого сколько FPS? 25, 30. О, на меня аниматроник агрится, вы представляете? Эй, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Мок, Снеговик, как всегда, очень много подписчиков, сегодня мы играем в Гаррис Мод. Сегодня у нас карта, где мы будем издеваться над NPC и над аниматрониками. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Давайте, кто не сыт, прыгайте в яму. Нажимай кнопку. Что это за моментальная смерть? Отжимай. Так, теперь, ребята, я беру пилпак и попробуем замочить меня так. Давай. Что происходит? О, кстати, это не так убивает быстро. Ой-ой-ой, смотрите, засасывают жопу. Все, так, жопа жирная. Нет, все нормально. Ой-ой-ой-ой. Ребята, если вам понравится, не забывайте ставить лайкосик, подписываться на канал, потому что ролики выходят каждый день. И все, что вы пишете в комментариях, мы эти идеи сделаем. Но эта идея была моя. И все остальные тоже. Шучу. Так. Ты еще сделан? Я не знаю, у меня 5000 жизней, и реально у меня осталось 100. Пока. Так, вот это, кстати, нормальная такая убивалка. Ну что, посмотри, какая следующая? Следующая у нас будет... Это что, голову пилять? Да. Да. А ну-ка, стоп, а как туда попасть? Только NPC, только NPC пойдет туда. А, ну давайте, поможете его туда подставить кто-то? Пожалуйста. Извините. Хорошо, давайте сюда. Жопка горит. Это моментальная смерть. Просто моментальная. Давайте еще раз, давайте возьмем пилпак какой-нибудь. У этого нет, вот мало. Это не отсюда сделается. Ого, я подпрыгиваю. Ого, это огонь очень имбовый. Пацаны, по 1000 или где-то по 700 жизни снимать. Ого. Давай. Лупаш. Кто-то его... Не, не... Все, нажимай кнопку. Так, ребята, он катится. Включаем фонарик, внимательно наблюдаем. Прикольно. Ему как-то повезло, что ли? А, надо нажимать самому кнопки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я даже выехать не успел. Офигеть. Тут что у нас? А, тут пресс. Сейчас, сейчас, сейчас. Давайте ждем, 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 ждем. Нажимаем. Нажимай. Ой. Мне кажется, не выживет от этого момента. Ой, вот это вообще так. Сила. Это реально издевательство какое-то. Он уже в огне почти. Так, знаете, что мы сделаем? Мы сейчас остановим эту ленту. И я хочу, чтобы прихлопнули вы меня. Вот этой штукой. А ну давайте, нажимайте. Это так прозвучало. Это будет жесть. А чё я живой? Эй! Ты летаешь. Эй, что за говно? Оно мне наколки делает на спине. Колокол и бьёт. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Ну давай, давай Чика, давай. Прощай, ты была хорошей. Пока, орешка. Ой, ты что, ты еще взял и ускорил. Давайте попробуем аниматроника чикнуть. Давайте. Давай. Настоящего, давай. Спилпака, оригинального. Ой, знаете, сколько отнимает? Ну довольно-таки ненормально. Это по 500. 500? Нет, это будет долго, реально, этим, наверное, ой. А не, половину снесло, как попадешь. Давайте дальше. Ой, вот это вообще будет сила, нажимай. Ой, меня же залагало. Так, не летай у меня в жопе. А ну дайте я встану. Давай. Лупаш. Ого! У меня 600 жизней осталось всего. Еще раз. Так. Ой, жестко, пацаны. Маринетка оказалась очень такая прочная. Пресс не может даже до низу дойти. Ого. Давай ты, посверли. А, сверлить вас? Дантист.
Ой-ой-ой. А давайте еще раз. Немножко прозевал. Нажимай. Прощай. Ой, прям в головешку. А если ты коснешься? Чика, ну давай. А, ничего. А, как это ничего? Мочит. Что ж вы после этого? Так, давайте я возьму аниматроника. Давайте у того большого. Поменьше. Давай, несы. Ого. Не, кстати, не так много дамажит. Хотя у него всего 5000. Много, ладно. Ну, пресс такой себе, слабенький. Хорошо, мы поняли. Так, это была, О, мясорубка. Тихо, ну, Паш. Это практически та же самая. Ого, я ничего не нажимаю, он просто отлетает вверх. Это какая-то читерская штуковина, можно благодаря ей очень высоко прыгать. Так, пацаны, осталось чуть-чуть. Уже давай, домолишь меня. Давай, давай, давай. Фигач. Выкидывает меня с нее. Он вообще не матрон. Так, хорошо. Вот это что такое? А, удар кулавалды. Ого. Давайте, чтобы я недалеко отлетал. А ну еще раз мне леща пропиши. Давай я ближе встану. Давай. Ого. Может там кнопка есть какая-то? Нет, туда никакой кнопки. А ну давай. Ой-ой-ой. Осталось чуть-чуть жизни, совсем чуть-чуть. Лупаш, давай, 430 жизни. Все, выносит. Наверное, пятихаточку. Эта штука прикольная. Так. Да, вот. Давайте я зарезу. Ого, это кувалда, просто гвоздь забивать. Давай. Неплохо. Ой, блин, это прикол. А ну давай я встану, давайте я третьего лица включу. Ты хочешь сказать, что ой-ой-ой, сальтуха. Так, это что такое, газовая камера? Да-да-да. Нет, это не газовая камера. Ой-ой-ой, а что со мной? Это летающая камера. Ой-ой-ой, пацаны. Это что-то? Это какая-то читерская... Это аэротруба. Аэротруба? Она у меня полный потолок бьет. Мне вообще не нравится. Не, пацаны, меня так может стошнить, если еще три раза. Так, что здесь? Ну, нажимай. А мы спускаемся вниз. На работу в пиццерии. Так, сейчас огонь будет. Нет, пацаны, это лучше. Добро пожаловать, пацаны, выживание. Кто... Ах ты, секунд, вонючая, я буду сидеть. Камеру дальше сделаем. Ух ты. Ой, нормально, у меня пресс просто давит, и ничего не происходит. Ого, Димас, у тебя хп быстро сносит. А ты видишь, да? Прощай. Прощай. Минус секунду. Как этот циферблат. Отлично. Минус один. Так, пацаны, что у нас тут, а? Хочешь, прыгай. Там смерть! Ой. Кто ко мне? Летите. А, это колодец с фирмы «Звонок». Я помню. Я проверил, по 1000 дамага сносится. У меня было 6. Да? Да, по 1000. Четко, знаете, это напоминает мне один уровень с Mortal Kombat, не скидываешь. А. Фаталити. Пацаны, тут столько всего, что хоть бы в одну серию мы успели. Так что, а что это такое? Это типа то же самое, что и то. Это типа пресса. А, это давилка. Давилка. Да. Пресса, давилка. Нажимай. Вон там кнопка была. О, все, лупашит. Пацаны, давайте кто-то один будет жать. Да. Так, получается, вот это слева нажимай один раз. Во, все. Да, все. Погнала. Прощай. А зачем вы эту штучку закрыли? Не знаю. Оно без нее не хочет опускаться. Уже хочет. Конечно, мы поломали механизм. Фокси, давай, кто хочет из вас? Давайте обнулим карту. Я хочу. Давай, залазь, убирай этого челика оттуда. Забирайте его туда. Погнали, пацаны. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, пацаны. Твой меч тебя не спасет. Минус. Сила ситхов меня не уберет. А как ты так пролез туда наполовину? А меня зажало так. Эй! Смотрите, меня в карту зажало. Что за баг? Это миксер, давай, прыгай. Да, миксер, я сейчас. Делаю микс из железа. Прикольно. Коктейли с аниматроников. Смотрите. Ой-ой-ой, доктор Брин пошел. Вон давайте. Так, хорошо, пацаны, давайте дальше, надо все успеть показать. Это что такое? Лазер. Лупаш. Это лазер, да. Давай лучше. Ой, офигеть, это аннигиляторный лазер. Аннигиляторный хуф. Аниматроника фигачит? Давайте, нажимайте, я сейчас проверю. На себе. Нет, там прям
прям капельку сносит. Так, вот это что такое? Так, D. Нажимаем. D. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, красиво из-за малола. А ну-ка. Это что такое? А, это чисто напополам резать. Это вот надо вот это вот брать сюда. Нажимаем, отжимаем. Уйдите, уйдите, уйдите. Нажмите. Да нажимай. Ну а я обнулю карту стопе, потому что реально очень много механизмов. Ложи. Отлично. Стойте, не трогайте. Что интересно будет сейчас происходить? Это не иллюзия, это настоящий фейк. Да, ребята, это не фейк. Все по-настоящему в игре. Ой, его просто выкинуло отсюда. Ну-ка, мне даже интересно, насколько... Так, здесь мы были, здесь мы были. Ребята, пробегаемся в самое интересное. Почему я начал спешить? Потому что хочу показать вот эту вот штуковину. Так, я буду сам, ребята, все делать. Не помогайте мне, просто наблюдайте. Давай. Потому что если будет движуха, будет... Ой, я сам себя холодильником убил. Я же профессионал, вы не знали? О, можно человека выстрелить? А ну, сиди, давай не будем ничего ложить. Так и сиди там. Давайте, я залезу. Так, ребята, интересно, что будет? Ой-ой-ой. Я выжил. Слушай, холодильник? Давай холодильник. Димас, давай, пацаны, я жду. О, с холодильника вместе полетишь. Да. А, я полетел уже. Десантные войска тебя. Бум. Холодильник улетел, сколько умеет. А как прицелиться пушкой? Что ли нельзя? А, вот это нема. Димас. Так, нельзя. Подожди. А, у меня есть идея. А можно вот, ты можешь взять аниматроника и залезть в пушку. Мы тебя выстрелим и все. Погнали. Хорошая идея. Я согласен. Так, подожди, надо только мне туда успеть как-то тпхнуться. О, есть! Я в пушке! Есть. Давайте, стреляйте! Сейчас бы, если она скрывалась бы... Ой! Знать? А чё мне жизнь не отняло? А, ты помешал мне! Сок, уйди, сок. Стой, давай в самый упор, давай! Я вообще ничего не слышу. Давайте, стреляйте. Ой-ой-ой! Я, кстати, у меня жизнь не отнялась не от выстрела, а то, что я в машину вот эту попал. Короче, в эти бочки мы попасть не можем, да? А это не бочки, это челепиздрики стоят. И в них надо стрелять сюда из-за этого. Хорошо, давайте мы сделаем так, чтобы было эпично. Сейчас. Давай. Уже? Ух ты. Может, не надо? Шесть, они умрут. Так, ну что, в этой карте, получается, мы все посмотрели. Высокое здание. Еще не все. Ой, еще сколько всего. Смотри, здание. Это можно, получается, скинуть с самого верха. Там так, еще машина есть. Давайте я буду падать. Прощайте. А. Ой, тут палки какие-то. Я должен в них был чип попадать и дамажиться. Так, не это получилось. Это опять NPC работает. Это да, это только на NPC. Я полетел. Ого, посраки дало. Но жизни еще очень много. Я слышу, вы на лифте поднимаетесь. Машину еще надо. И вся нас расплющила. Так, ну что, ребята, мне кажется, вот это будет самое интересное. Обнуляю карту. Так, что у нас тут? Стоят NPC. Давайте я тоже встану, я несу. Давайте, кто не сыт, вставайте здесь на рельсах. Я готов. Эй, а что такое? А что? Твой труп мешает. Что за баги? Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Тубро, Бульбазавр, Илья, как всегда, очень много классных подписчиков. Сегодня у нас очень классная рубрика «Какой Бенди выдержит это?». Будем издеваться, сверлить, давить, пилить. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ну что, пацаны, давайте будем смотреть, как убивает обычного человека, а потом, как убивает Бенди. Моментально. Размазываю его по репёшку. Так, нажимайте еще разок. А, надо подождать, он сам поднимется. Сейчас. Вот. Так, нажимай. Не убило, пацаны, не убило. Знаете почему? Потому что у меня 80 тысяч жизней. Этот пресс отнимает 20 тысяч жизней. Еще разок. Так, давай сверло. Нажимай. Просто моментально. Ой-ой-ой, прям до упора. Сейчас я подойду. Посмотрим, может это вынесет сразу меня. Так, громко. Ну, давай, нажимай. Нет, очень мало жизни отнимает. Так, давайте сюда. Тут я точно умру. Ну. Не, пацаны, очень долго, неинтересно. Давайте молот. Молот надо физганом. Так, отодвигай его. Зачем ломать? О, маловато жизни выносит, маловато. Это, конечно, я взял очень имбового челика. Так, давай, нажимай.
Пацаны, нашим кто-то один нажимал, потому что вас сильно много. Ого, меня откинуло. Куда полетел? Еще разок. Что-то не засасывает. Пацаны, ну может, отнимает где-то по 800 хп. Фигня какая-то слабая. Так, это что у нас? Молот. Давай я встаю. Лупаш. Так, давайте сюда. Это у нас что? Миксер. О, музычка стрёмная. Я забыл, что пробел не работает здесь. А, просто дамажит и ничего. Ладно, давайте уже умру. И возьмем кого-то, у кого поменьше жизней. Ой. Пацаны, это, конечно, бессмысленно. 100 хп. Почему? Ну, не знаю, мне весело. Я, ладно, я вылечу. Можно тут? Давайте я спаун поставлю сюда. Прикольно получается. Пацаны умирают, я не спешу никуда. Отлично. Так. Давайте лазер. У меня осталось 9800. Может, лазер меня убьет? Ну добиваю же. Блин, ну вообще какую-то писюльку отнимает. У меня бронированный. Убьет. Давайте сюда. Все, прощайте. Надеюсь, это что-то будет интересное. Это пресс. О, пресс. Пацаны, 9000 жизней. Надеюсь, пресс раздавит меня моментально, не вылеча вверх. Пресс не может меня... О, смотри, приподнимает. Очень медленно тратится жизни, пацаны. 7000 жизней. Сюда, Дима. Так. Давайте пила. Ну? О, убила! Вот пила хорошо дамажит, пацаны. Прям мощно. Так, 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 так. Сейчас, подождите. О, 250 жизней. Вот с этим будет интересно. Иду. Где ты? Вот он я. О, погнали. Давай я его убью, этого челика. Ну, а это что, отошел, щенок. Так, я там, пацаны. И что? Пацаны, что-то не сработало. Просрало, да? А, надо мне кнопку нажать. Я нажал. Все, я ушел. Ого, жизни быстро тратится. Отлично. Мощь. Так, давайте этого. Пошли. Куда? Тут вас очень много. Так, тут я прыгал? Я прыгал. Прыгаю. Вот он, я, Дима, спрыгаю. Я иду. На миксер давайте. Пошел отсюда. По башке ему битой дал. Полетел. Ой-ой-ой-ой-ой. Моментальная смерть, пацаны. Зажало. Вот это классная штуковина, мне нравится. Пошли за мной. Я спецназовец, пошли за мной. Спецназовец, идем. Во, что это за комната? Я уже забыл. Мы так давно записывали этот режим. Давай, я зашел. Я зашел. А, ну нет, ну не интересно. У меня очень много жизни. Давайте возьмем у кого поменьше. Во, 50 жизней. Нажимай. Давай, 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 давай. Отлично. Так, катапульта у нас вот здесь вот. Я на катапульте. Так. Подожди, подожди, подожди. Я держу. Есть, я залез. Ого, а что она так сразу дамажит резко? О, пушка есть. 25 тысяч жизни, давай на нем проверим. А ну давай еще разок заряжай. Пушку давай. Два катапульта еще. Хочу проверить, 25 тысяч жизни вынесет или нет. Ой, ой-ой-ой, стой. Все, давай. Нет, 5 тысяч жизни, 4 тысячи. Очень интересно, я лечу куда-то. Ой, за карты улетел. Ладно, давайте возвращаемся. Лупаш. Ой, что-то это кабака. А вообще ничего не вынесло. Ничего. Странно. Пушка немножко этот... Странно стала работать, потому что крышку вот сдвинули. Что-то не получается, да, пацаны? Так, что у нас тут еще есть? У нас есть падение с большой высоты на доме. Машины. И все. Короче, ребята, я прыгаю свысока. Да. Можно сразу в миксер, кстати. Нет, это мгновенная смерть. Вот этого я не знал. Давайте возьмем другого. 800 тысяч. 250.
Так. Погнали. Дима, знаешь, что здесь есть лифт? Да, я знаю. Но на В быстрее, чем на лифте. Во. Так, 250 жизней тоже выносит. Давайте возьмем кво нормально жизни. Как-то долго. 12 тысяч. 50 тысяч. 100 тысяч. Во, 60, нет, 60 тысяч тоже много. 50 тысяч, давайте проверим, сколько же столько высоты выносит. 49, 300 жизней, да? Нет, 1 тысяча. Как ты летаешь? Так, сейчас попробую в миксер запрыгнуть. Полет в миксер. Ой, красиво получилось. Ого, как сверлит по кишкам. Вот это прикольно, кстати, лупаш это. Откуда-то лифт шумит. Это вы, пацаны, катаетесь на лифте? Я тоже хочу прокатиться. Где лифт? О, давайте проверим, лифт там меня привалит. У этих вообще так жизни много. Вот 250 жизней придавит и убьет. Надеюсь. Пацаны, давайте, вставайте, кто не сыт. Ой, убила. Тут если еще придавливание лифта есть. Давайте, все в лифт, да, побежали? Так, заходим все. Он потянет? Там же вроде ой, не успел. А что за дерьмо, я умер. Короче, лечу я наверх. Так, пацаны. Давайте протестим чужого. Мы его никогда не тестили. 1000 жизней, погнали. Я умер. Нет, ты умрем. Нет. Чужой может падать с большой высоты, 0 урона. Представляешь? Бессмертный. Да, с большой высоты, да. Давайте попробуем прямо в эту прыгнуть кабаку. Так. Полетели. Ой, отлично, попадаю. Мгновенная смерть. Х2. Так, ну давайте еще чужого попробуем придавить. Дави. Ого. Чужой получается очень слабый. Так, а что у нас тут? Да вот. О, нажимайте рубильник. Сейчас, стой. Не убил, не убил. Надо вот сюда вот так встать. Сейчас. О, нажимай. Офигеть, разрубала чужого по красоте. Молодец, можешь. Давайте проверим, если я закину маленькую бомбочку сюда. Ой. Ого. Да, сработало. Красиво, да, я выкинула? Я знаю, знаешь, какие еще ловушки тут есть? Тут есть ловушка, чтоб машина сбила. Ой. А ну давай, нажимай. Поезд. Погнала. Так, крутит, вертит. А чё они не умирают? О, погнал. А меня? Ну, не пущу. Не? Ой, что-то отвалилось. Чё вы, пацаны, делаете? Убила. Вам, видимо, крошка Арк. Как всегда, очень много подписчиков. Пацанчики, скажите классные слова. Всем привет. Сегодня у нас классная рубрика «Какой из цепи выдержит это?». Мы будем тестировать, насколько же выносливы и много у них жизни у этих классных монстров. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ну, давай начнем тогда с этого, самого простого. Так, я тут. Нажимай. Кстати, смотрите, я не понимаю, тратятся жизни, не тратятся у меня. Все, ты меня увалил. Увалил. Хорошо. А ну давайте обычный человек кто-то прыгнет. У кого 100 хп. Сколько за сок? А, так ты, нифига, получается очень много жизней. Ну, по моим подсчетам, да. Где-то 7 или 8 тысяч. Так, это немножко не то. Ой, выселился. Забываю нажимать. Не нажимать я. Так, ну давай, короче, следующую ловушку. Давай тогда вот эти вот штуковины. Погнал. Оно получается, что это вообще, что происходит? Получается, оно даже не крутится, а ну давай, ого. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Веселимся, развлекаемся, придумываем какие-то классные рубрики и всегда их пилим.
Просто пацаны трупейшнами валяются. Давайте я попробую за курицу забежать туда. Все-таки, мне кажется, за курицу будет очень прикольно. Давайте на следующую ловушку. Молоток, не молоток. О, давайте вот эту сверлилку. Бешеная курица в действии. О, я могу прыгать высоко. А, ну давай я его заклюю, этого NPC-шку. Включай. Приехало. Момент. А сука, что у меня была жизнь? Вообще, получается, писечка? Ну, вроде ты... Ой-ой-ой. Кстати, вот эта штука очень сильно дамажит. Смотри. Тебе просто леща прописала этой кабакой. Давайте молоточку нам не запустим. Так, давайте еще разок вселимся в этого челепиздрикса. Давайте молот испытаем, пацаны. Так, у нас он тут есть... О, давай тогда на физгана молотком мне по башке дать. Видишь молоток на этой штуковине? Давай, лупаш меня. Во-во-во, что-то у тебя получается. Это где-то приблизительно вот здесь вот будет. Я готов. Давай, бей. Ой. Его не здесь, вот здесь. А, значит, надо мне сюда вставать. Все, встаю, встаю, встаю. А я не могу встать. А ты встань. Ого. Куда? Нифига себе, на V-английскую получается. Это что, от первого лица делать? Сейчас, сейчас, пацаны, я вот, я могу прыгать. Сейчас с разгону прыгну. Во, все, отлично, давай. Поднимай эту штуку. Моментальная смерть, просто. Ваншот. И все, просто убитейшн. Нифига себе, здесь классные, конечно, такие ловушки, не знаю, испытания. Ого, трупейшн там лежит. Давайте, что у нас тут еще есть? Эта комната мне интересная, да? О. Она тоже убивает меня. Во-во-во, вот что мне интересно. Так, надо немножко дальше отойти, и вот так вот. Во. А ну давай, электричество меня жахни. Ну-ну-ну, еще разок, давай-давай. Ой, хорошо. Кстати, оно мало, наверное, дамажит. Знаешь что, надо нам делать какой-то эталон. Надо, чтобы обычный челик вставал, а потом уже мы NPC. Чтобы хотя бы было сравнивать. У кого же все-таки побольше жизней. А ну, обычный челик кто-то хочет стать? И не очкануть. Крошка-крошка. Видите? Ничего себе, оно просто даже, как получается, расщепляет. Аннигиляторная пушка, пацаны. Да. Так, пилы. Пилы это хорошо. Давай, лупашки меня. А нормально она может, пацаны, щекотит? Нет, не щекотит, да. Щекотит. Но если бы не убил. Да, они мощные, мужики. Давай еще раз крошка. Ой-ой-ой, распилила тебя. Кстати, аж пли этот. Пилу клинит. Прикольно, мне нравится. Так, давай тут я нажму. А, я еще не могу нажимать на кнопку. Так, пошлите сюда. Мы идем в миксер идти. Классно сказал. Гениально. О, что за челик? Мы его сейчас убьем. А ну иди отсюда, щенок. Ну давай, крошка-крошка, лупани меня. Надо открыть крышку. А, открывай. Ой, вовремя я прыгнул. Я там... Это карусель. А чё она меня не дамажит? Ого! А, поубила. Блин, мне просто повезло, да, что я чётко приземлился? Нифига себе миксер. Миксер мне нравится. Крошка, давай проверим, что это за домик такой. Это сжиматель. Так, давайте я поудаляю. И мы опять ставим стоп саунд. А давайте какого-то другого протестим. Вот этого монстра. Он очень прикольный и высокий. На В сделали от первого лица. Ну это же сильно. Я вот прям вижу, как будто я реальный монстр. Здоровенный. Так, что у нас тут еще есть? Пацаны, поудаляйте, кто ставил этих челепиздриков. Z понажимайте все. Кто-то все-таки поставил челепи... О, красавчик. А что это за комната? Это комната, которая тебя расплющит, да? Да, надо на кнопку нажать, дядя. Ага. Это получается комната самоубийств? Крошка, крошка, ты умрешь. Прощай. Нет. Да, 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 ты умрешь. А последнее твое желание. Ладно, ты не успел даже желание я загадать. Хочу Крагсбурге. Я хочу кра... Нет, этого тебе нельзя делать. Пацаны, кто прыгнет в ту дырку черную? Давай, прощай. Какую? А он живой.
Не, ну так нечестно. Я живой. Да я вижу тебя, ты там в этом, в самом низу. Так, давайте режим полета посмотрим, включенный или нет. А, режим полета включенный. Пацаны, давайте вот это протестим. Погнали. Ой-ой-ой, что с тобой? Ой, что со мной? Вот это надамажит. Смотри, ого, это машина смерти просто. Убийца. Все, приехала. Давайте другого монстра затестим. Давайте вот этого вот монстра, маменького. О, челепиздрик. Очень прикольный. А, камера странно очень сделана. Давай, дави меня, я тебя не боюсь. Давай, кто на меня? Давай. Моментальная смерть, просто перемолола. Хотел паровоз остановить. Это самая такая интересная штуковина. О, сиреноголовый. Вот кого мы сейчас затестим. Здесь еще машина такая же есть. Так, 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 сейчас подождите, пацаны. Давайте я встану, чтобы разгончик был у машины. Давай, фигач. Ой, нифига, ничего себе, у него жизни много. Ты ничего мне... Да ты меня там щекотишь пяточки совсем. Убил. Да, значит... Ого, червяк, ну что ты? Так глупо. Пацаны, идемте дальше. Знаете, что у нас сейчас? Я вселюсь в какого-то челепиздрика прикольного. О, вот это мне нравится. Погнали. Антилопа гну. Мы идем к пушке стрелять всякой матнёй. Какой молот? Вот этот. Точно! Я думаю, видишь? Проверю, знаешь ты ли? Молодец, знаешь. Но я не могу зайти туда. Возьмите меня физганом, кто-то поднимите туда. О, красава. Давай. Моментальная смерть, просто ни о чем. Я даже ничего не успел сделать. Красавчик. Мощная ловушка, очень. Давай. Так. Ого, его как плювачкой выплюнуло. Так, идемте все-таки к пушкам. Они очень крутые там есть. Идемте. Так, самое интересное в конце. Потому что пушки стреляют везде. А я смогу... О, давайте попробую, смогу я туда запрыгнуть или нет? Впереди, впереди залезать. Сейчас. Сзади не получится. Получится, получится. Нет? Ладно, давай спереди попробуем. Сзади я пытался, не получилось. Впереди. Физганом попробуйте меня засунуть. Короче, ты нажимай и стрелять, а я в дуло залезу. Я успею. Давай, жми. Я смогу. А, я думал, оно будет подниматься вверх. А, я кабан жирный. Поэтому оно не может поднять дуло. Эй. Нифига себе. Надо, значит, туда что-то зарядить. О, курица вот. Тоже, наверное, не влезет. Или физганом надо пробовать. Курица влезет. Давай катапульту попробуем. А, давай, только надо мне залезть в нее. Так ее надо опустить ничего. А как ее опустить? Сыграем. Так, сейчас я запрыгну, смотри. Курица в пушку залазит. О, отлично. Мгновенная смерть. Ты меня просто убил сразу моментально. Прощай, курица. Давай, курица. Курица живая. Живая, давайте все-таки попробуем стрельнуть холодильником в тот движ, который стоит там дальше. Только ты не так заряжаешь холодильник. Во, вот так, да, надо. Курица трикошетит. Там, наверное, много что... А, там уже был вы... Ой, четко, пацаны! Красава. Давайте возьмем большого монстра, а вы по мне стрельните. Пацаны. А выстрел... Ой, четко попали. Холодильниками стреляйте. Так. Надеюсь, пацаны смогут меня убить. А вы мне так просто, знаете, как в футбол играем. Всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Дэн Венер. Гусанек, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Ребята, сегодня очень классный ролик, потому что монстры с Poppy Playtime испытают на себе всю мощь этой карты. Дробилки, прессы, миксеры всякие, лазеры. Если пяти кушать, приятного аппетита. А мы начинаем испытание. Мы ставим сюда монстра... Давайте Dog Day. Напишите в комментариях, его сразу раздавит? Или будет пресс медленно опускаться? Ну, может, ему хпшки просто будет снимать. Давайте проверим. Мгновенно. Что? Оно себе обычный человек туда станет. Давайте я сейчас встану, вы нажмете на эту кнопку. А ну нажми. Да тебя сразу убьет. Они... Блин, эту карту изменили. Мне кажется, раньше не так было.
А может и так. А может и так. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, залетайте на наш Дискорд, Инстаграм. Пообщаемся, поорем, а в Инстаграме я веду свой влог. Так, этот большой монстр. Во! Ничего, у него там немножко эта штука. А, ну так пусть будет. Давай, Дэн, нажимай. Да у них жизни мало совсем. О, ну давайте поднимайте эту штуку. Сейчас я ее зафрижу. Так, так. Так вот. И мы поставим сюда... О! Miss Delight. Правильно? Да. Ну да. А где кнопка здесь? А, надо просто бросить. Ну давайте проверим. Да что так легко? Блин, это самый слабый монстр, который мы были у нас в этой рубрике. Кэтнеп. О, смотрите, не сразу... Не, ну он сразу тоже умер. Вы что, издеваетесь? Монстры, вы должны не сразу умирать. Не, ну может так оно и прикольнее, да, пацаны? Может, да. Так, давайте вот этого теперь. Это у нас Nightmare Card. Catnap Nightmare. Ну-ка. Бум, да. По животу. А, ну давайте другого поставлю. Просто для интереса. Они все одинаково будут умирать? Да что ж такое? А вот это маленькое. Слабый. То есть у них у всех жизни, да, одинаково? А ну вот этот? Возможно. Ты дурак? А, ну пол испугался меня. Так, а ну вот это вот. Эй, молоток. Во, вот это размах. О, а давайте сейчас попробуем, ребята, с другой части поставить. Просто для интереса, а ну-ка. Нет, ну монстры, вы слабые очень. О, давайте, мама, длинные ноги. Все одинаково умирают. Хорошо, ну-ка давайте вот этого монстра. Это все-таки у нас тест. А мне кажется, этот молоток мгновенно выносит любое количество жизни, мы не сможем узнать. А ну все вот это. Да почти все выносит много жизней. Так, молоток. Молоток. Молоток заел, пацаны. А не. О, все. Бум. Хорошо, так, а вот это что? А, это такой молоток, который прихлопывает. Пацаны, это хватит встать сюда, под молоток. Такой, да, гусанек? Да. Бум! Все, ребята, короче, у нас сегодня отбивная из гуся. Настроение классно, а ну-ка. А ну, вообще легко. А ну-ка. Вообще не чувствуется. Так, а какие у нас еще есть монстры? О, давайте для эксперимента аниматроника поставим. Вот просто, чтобы хотя бы понимать, как оно работает. А у аниматроников-то несколько тысяч жизней. О, видели? Не сразу. А ну-ка, давайте теперь в этой штуке. Так, а как дверь открыть? А ну-ка. А, вот так вот, да? Ой! Ой-ой-ой, помогите! Ё-моё, кто? Я ж сам включил. Да ну что? А, вот. Я обиделся. Ну, пацаны, я полежу. А, моя голова. Видите, с кем я играю? Вы такие добрые. Давайте сюда поставлю разных монстров. Ну хорошо, тогда пусть они стоят дергаются, мы там посмотрим. Так, у нас еще есть вот такая штука. Высокая яма с шипами. Давайте попробуем кинуть монстра. А, ну он сразу убил вас. А ну если вот так мы поставим. Блин, я не... А куда он ставится? Хорошо, давайте мы тогда его так возьмем. Они вздыхают. И кидаем. Ну-ка. О, умирают. Блин, ну это прикольно. Давайте этого сбросим. Кошмарный кэтнеп. Полетели. Тоже. Ну, кстати, не сразу умер. Какое-то время даже понадобилось. Ну-ка. Офигенно сделано. О, вот это мне нравится тема, пацаны. Крышку убираем. Вообще она не нужна. Так, ну давайте сюда просто кинем обычного NPC. NPC обычного кинем. О, все, я нажимаю, пацаны. Ого, перемололо. Хорошо, отжимаем. А что, он живой, что ли? А, ну-ка, давай так. А, все. Расфигачило. Так, ставим монстра. Вот такого. О, давайте разных зафигачим. Плохо, что они в рэгдоллы, да, не превращаются? Да их бы там колбасило сильно. Это что за фигня? Эй, давай. Каруселька. Все-таки убила их? Давайте я тогда прыгну. Так, странная штука. Здесь еще есть вот такой... Что-что? Один остался. Где ее? Вот. А, все-таки, видите, умирают они.
Ой, стойте, даже когда внутри нахожусь, у меня жизни тратятся. Даже если я не прыгаю. Значит, по 5 хп не отнимает. Ладно, пусть дальше он страдает. Пацаны, смотрите, что у нас есть. У нас есть такая тележка, а впереди вот такие вот шипы. Здесь сейчас у нас обычные NPC стоят. А если мы нажмем кнопку... Вот такая еще у нас есть пила просто. Ладно, мы потом ее затестим тоже. Так, ну что, я сажусь и нажимаю кнопку. Поехали. Санечек! Эй! А че я не умираю? А я, как так может работать, дебильно? Что за бред? Пацаны, вы поломали мою теле... Она поехала, фиг! Ладно, давайте карту очистим. Стопэ, стопэ, стопэ. Там мы специально так взяли, да, пацаны? Да. Так, вот так вот. Хорошо, давайте тогда мы их эти NPC уберем. Я поставлю сюда монстра. Сейчас мы их разных наставим и будем их фигачить. Такой у нас. Такой. А в телеге можно не находиться. Из-за того, что, может, я в ней сидел, кстати, из-за этого и плохо работало. Всех передавим, да? Так-с. Нажимаем рычаг. Все, пацаны. Вообще нет. А нет, смотрите, вот этого, кстати, жизни больше всех. Все, мы выяснили, что у Кэтнэпа самая большая жизнь. Да. О, а сколько уже? Блин, у него получается несколько тысяч. О, можно еще сбросить с высока, ну. Блин, ну эти... А я знаю, зачем они не падают. О, полетел вниз. Он живой? Эй, ты ломаешь нам всю физику. А ну давайте я сейчас поставлю обычного монстра. И он же упадет вниз. И мы как раз проверим, разобьется он или нет. Пацаны, летит вниз. Блин, они не умирают с большой высоты. Ну да. Ну будем знать, что их невозможно убить. Только какими-то предметами. Вот такая еще у нас есть штука. Вот это мощь. Так, давайте проверим, куда она точно бьет. Выжигает, ребята. Пусть, а ну давайте меня выжгет. Ого, мгновенно! Только коснулась и сразу убила. Что? Блин, ну это классная кабака. Мне кажется, это самая мощная из всех. Или нет? Так, ну где-то приблизительно оно било вот здесь вот. Давайте тогда поставим, у кого самая большая жизнь. Так, я думаю, что попадет, да, на него? Ну, тем более кабан жирный. Поехала. Смотрите, прям лапы жжет. А ну назад, назад. Во! Прикольно. А ну-ка, давайте теперь послабее поставим. Вот это слабенький, насколько я знаю. А сейчас мгновенно, да, видите? Мгновенно расфигачило. Так, и давайте тогда поставим аниматроника. Это как бы у нас будет сравнение. Эй, дурак. Так. Во. Что-то мы поломали эту штуку, пацаны. Это теперь у нас тарелка, будем каналы ловить. А нет, смотрите. Не, не смотри. Хорошо, ребята, ну это мы, вы же знаете, мы всегда фигней задеваемся. Так, давайте этого аниматроника. Поехала. Только не трогайте, не трогайте. Оно ж назад еще вернется, насколько я знаю, да? Во. Да, аниматроника не уничтожила. Не хочет. Да, очень много жизни у него. Теперь мы выяснили, что все-таки не одинаково на всех уничтожает, а по-разному. Ну давайте еще раз. Ты глючная штука. Во, и мы же еще здесь не проверили эту кабаку. Помните? Так, полежи пока здесь. Мы сейчас удалим аниматроника, поставим монстра и будем его пилить. Так, давайте мы распилим. О, Miss Delight. Ну-ка. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой, блин, пацаны. А это какая штука читерского, не заметили это? Ну да. А ну-ка, давайте сейчас аниматроника поставим. Он так же самое его быстро распилит. А ну давай, Гусуняк, пили аниматроник. Бау. А ну вот этого вот давай, Энарда. Эй, ну что ж ты делаешь? Блин, тоже расфигачило. Так, тихо. Ага, я понял, молодец. Подожди, мы еще здесь пропустили что-то. А что здесь? Что это? Ставим монстра. О, сжимает, смотрите, пресс. Ну что, монстр, последние твои слова. Спасите.
Ого, смотри, не может его убить. Не, пацаны, значит, она не берет его. Это сильно костлявый, крепкий монстр. Нет, пацаны, нет, пацаны, ваша очередь. Все-таки раздавила. А это уже, знаете, интересно получилось. Так, давайте другого монстра поставим. Поехал вниз. Ну-ка. Ой, блин. Вы что, меня скинули? Ну, пацаны, ну я же вам ничего плохого не сделал. Прощайтесь. Нет, монстр сдержит меня. Нет. А ну-ка, давайте проверим, как он умрет. Все. О, там что такое? Интересно. А, просто текстурка была. Так, в яму скидывали молотком, били гравитацию, уничтожали. А вот это мы еще не использовали. Ребята, досмотрите до конца, потому что у нас еще здесь будет катапульта и пушка. Не знаю, как это у нас будет получаться их туда засовывать, но мы сможем. Так, все, я вижу, вы уже нажали. Так, еще мы... давайте от этого. Безобидного, кстати, самого игрушку будем фигачить. Вообще ни о чем. А ну этот... Не хочет. А, он тоже умер сразу. Табайлайла. Мисс. Поппи просто. Эй, ну куда? О, давайте я тоже туда упаду. Ну-ка. Есть. А что там внизу, мне интересно? А, все просто. Молотилка такая. Так, ну, значит, мы приблизились к чему? Правильно. Пиле. Так. Ну, давайте у нас рэгдолл, давайте мы рэгдолл зафигачим. Обычного NPC-шку. Напополам распилила. Эй! Получается, любое прикосновение, вы сразу умираете. Так, ну давайте самого крепкого будем пилить. Монстр. Шо? Вот так. Во, да, вот это сейчас получится. Прощай. Эй, пила! Ничего себе, он пилу остановил, пацаны! Она хп ему наносит. А я не вижу, как у него жизни тратится. Что это за бред? Пила. А если я его уберу? А, все-таки расфигачила на его. Так, а мы сейчас поставим, короче, NPC, у которого мало жизни. Так, вот этого NPC очень мало жизни. Ну-ка, погнали. Вот, видите, сразу распилила, мгновенно. Так, а это что у нас, зажимачка, да? Которая зажимает? Так, а так все получается то же самое. А где кнопка? А, вот кнопка. А ну, гусенек, нажимай. Там Дэн у нас хочет пожертвовать собой, чтобы показать. Смотрите, зажимай, чтобы чисто напополам был распил. Так, ну мы туда NPC-то, конечно, положить не сможем. Ну, мы его сможем туда поставить. Так, давайте маленько вот эту игрушечку. О, как раз посередине будет распил, давай. Так, прощай. Вообще легко, как будто там ничего и не было. Хотя я заметил, людей дольше пилит. Игрушек этих быстрее. Ну, они ж мягкие. Так, ну что, приближаемся тогда к катапульте. Сейчас будет самое смешное. Я вообще пользоваться, кстати, плохо умею. Так, зафризер. А, это ты зафризер, все. Так, давайте для начала вот эту штуку бросим, проверим, как работает она. Расфриживаем. Хорош. Так, теперь мы ее опять зафриживаем и поставим туда монстра. Давайте вот этого, чтобы прям четко дабл. Как вы думаете, кажется... запустится? Да не, не полетит вообще. Ну, давайте проверим. Ребята, напишите в комментариях, полетит монстр или нет. Я думаю, что полетит. Ну, хоть чуть-чуть. Умер. Ну, Дэн, ну ты помешал. А он умер? Мне надо, чтобы там никого не было. Мы так не поймем, этот, из-за Дэна это или нет. Ну-ка. Сабиэлла. Ну, Сабиэлла. О, вот сейчас мы точно увидим. Ну-ка. Убивает. Да. Просто убивает. Да, Дэн, значит, ни при чем здесь. Так, а как же нам в пушку засунуть? Так, это в пушку, получается, холодильник надо засунуть. Давайте мы сначала холодильником жахнем. Так. А интересно, оно закроется само или нет? Во! Ух ты, блин! Значит, надо нам туда монстра поставить. Ладно, мы сейчас выстрелим просто монстром, а потом поставим его туда. И стрельнем холодосом. Блин, я не могу его засунуть. Они как-то криво берутся очень. А все равно, видишь? Блин, не могу. А че они как-то по-дебильному берутся? О! О, не умеешь ты. А ну ты ж видишь, тут какие надо темы. А ну-ка проверим, выживет или нет. Смотрим в дуло. Не, не выстрел. О, я придумал. Мы сейчас холодильник положим.
и стрельным холодильником. Да? Ого, он улетел, фиг знает. Хорошо, а подождите, а если мы возьмем вот этого маленького монстра? Кто это сейчас было, а куда ты убежала? Ладно, давай, давай другого. Давай вот это вот. Во. Я уже понял, как бы Сонек это сделал. Но у меня что-то все равно нет. Да ёкало мне какало. А, блин, сложно их брать. Отлично. Давай, давай сейчас еще раз так вот. И ее к себе. Во. Во, есть. А ну-ка давай. И сейчас мы... Во, два вот это... Нет, давай все-таки холодильник. Холодильник поярче стреляет. Так. Тебе холодильником не убил ее. Во, отлично. Нажимай, гусанек. А я буду смотреть. Да, мы ее уничтожили. Ого, и назад чуть в дуло не залетел. Представь, если залетело бы назад. Это самый эпичный кадр был бы. Так, а вы заметили приблизительно, куда он стреляет? О, я знаю, как там по монстру, пацаны, попасть. Если я очищу карту, что там опять холодильники появились там. И мы сейчас поставим монстра. Давайте мы его просто увеличим сильно. Тогда будем по нему попадать. Ребята, сейчас будет гигантский монстр. Так, где наша эта штука увеличивающаяся? Смотрите. А? Не, это я переборщил, да, пацаны? Вот так, да, где-то? Да. Так, во. Так, орудие заряжено, стрелять? Да, давай, стреляй. А мы как раз проверим. Давай я буду близко стоять, чтобы проверить, как будет урон наноситься. Попал! Еще давай, еще. Блин, ну это классно. Может, потом шипами лупанешь? Ну-ка. Все, отлично! Молодец! А по людям попробуешь попасть как-то? Ну давай. Сейчас мы отключим, короче, искусственный интеллект. Так мы сделаем, чтобы они имели свойство рассыпаться. Только, наверное, пушку надо пониже, надо прицеливаться. Она сама прицеливается. А? Ребята, сейчас будем стрелять по людям. Проверим, получится или нет. О, видишь, она... Блин, она высоко влетела. Давай ты когда нажмешь кнопку, я ее придержу. Чем? Надо вдвоем делать, ребята. Так. Так, вылези оттуда. Я держу ее пушку, давай. Все, заряжается. А, блин, опять высоко улетает. Она сама, короче, корректирует взрыв. А, блин. Да, короче. О, я придумал, пацаны. Вы думаете, у меня нет фантазии, как это сделать? Кнопка ж будет по-любому работать. Ребята, ну я псих. Вот это фантазия у меня. Не-не-не, так подожди, давай чуть подальше тогда переборщи. Вот так, во. А, не хочет теперь, да, оно? Ну-ка. А, ну. А, видишь? А, ну нажимай все равно, иди, проверим. Работает. Блин, ну работает, ну этот, получается, у нее пропало что? Выключить столкновение, включить столкновение. А, во, появилось. Появилось, а ну-ка. Да. Вот, точно. Вот, давай, гусенек, нажимай. Ребята, ну что, мы своего достигли. Бам! Это было сильно. Это мы теперь можем этой пушкой даже вот туда в долину в карты стрельнуть? Далекую, да, часть? Давай. О, давайте вы мной стрельнете. Только ты недалеко, наверное. Во, давай я прям возле дула буду, возле края сидеть. Ребята, выстрел человека в горизонте, я готов. А, у меня просто 10 хп потратилось. Дорогие друзья, с вами Димас, Куёка Чебузаврик, Васаби Скромник, магический Гав. Гав, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Гав-гав. Привет, гав-гав-гав-гав-гав. Если пейте кушки, приятного аппетита, а мы начинаем тестить аниматроников. Погнали. Ну что, давайте, кто со мной, запрыгивайте в яму, и кто-то нажимайте кнопку, и посмотрим, кто же дольше протянет. Фредди, Гличтрап или Бонька? Ну-ну-ну-ну-ну. А что-то оно, да, не жует ноги нам? Сейчас сидим, сделаем. Оно ратратится жизни, просто мы этого не видим. Сейчас будем сделать. Что-то, ну, короче, этот механизм плохо работает. Дойдемте дальше. Это означает то, что наши аниматроники настолько мощные, что их ничем не убить. Хорошо, давайте тогда сверло. Челепи, драко, убью я. Пошел отсюда. Но сверли, сверли его. Они еще такие прочные, что не прогибается сверло под ним? Ага. А, Дима, это я держу.
Это очень странно. Вообще, сможем мы на этой карте убить аниматроников? Я не понимаю, идут жизни, тратится или нет? У нас худ не отображается, отображался же худ. Дима, они фактически бессмертны. Ты думаешь? А, нет, они умирают. Вот, смотри, Гаф умер. А, Дим, видимо, из этих аниматроников она не может. Ты что, вот это они мощные. Ребята, показываем как есть. Если они не умирают, значит они не умирают. Но мы дальше тестим. Смотрите, даже сверла останавливаются. Это самые прочные аниматроники. Это что получается у нас они... Из чего они сделаны? Обсидиановый аниматроник. Сплав титана и еще алмазов. Говна. Дима, я вообще какую-то плюшку и не пробиваем. А ну, Тим, заходи сюда в комнатку. А, давай, открывай калитку, я иду, я иду. Ребята, все-таки какого-то мы замочим. Мы не можем зайти туда? Сейчас, мужики, вам помогу. А, мы толстые кабаны. А что это? Давай я тебе помогу зайти, вот давай. А что вы такого? Давай, затащи меня физганом. Меня тоже, я за спальтрапа, давай. Я жирный? Ну, мужики, откройте дверь. Давай, нормально, тащи меня. Нет, дверь закрывается под люк. Я тяжелый? Да. Ты очень тяжелый, да. Так, ну давайте сюда хотя бы в мясорубку нас закинь. Давайте хотя бы один, может. Ой, я же... Да что, как умереть? Что за бессмертные аниматроники? Вас достать? А ты достань нас! Достань меня, спринтрапа. А как ты нас достанешь? Ты не достанешь нас. Он достанет физганом. Давай, Пьёка, достань спринтрапа. Глиштрапу тоже. Я, мы застряли. Ничего не получается сделать. Какой-то человек к нам пришел. Хорошо, я выселюсь. Те аниматроники, они реально бессмертные. Мы их никак убить не можем. А что у тебя? О, они ходят, Ну что, давайте попробуем пилпаки все-таки. Включай. О, жизни начинают тратиться. Смотрите, вот эти аниматроники работают. Это батут, я не понимаю, это что, нам штука, которая меня... Я что, на голову приземлился или что, ничего не понимаю? Да. Ребята, вот это прикольный момент, когда на нем на голову приземляется, тратится жизни. Получается, насколько аниматроник тяжелый, что может максимально сильно дамажить при падении. И сам себя тоже. Кто убивает? А че это в Фокси? Фокси. Фокси, ты что, дурак, что ли? Это вот этот, кто убил, Хорошо, давайте сюда... Нет, стойте. У нас есть блендер, давайте попробуем в блендер залезть. Так, ну что, готовьтесь включать. Так, давайте мы его то убьем, чили пиздрика, чтобы он нам не мешал. Открываем. Открываем, говорю. А не открывается крышка, открывается. Ну что, ребята, поехали. А, жизни тратится. Кстати, быстро жизни тратится. Кто со мной? Опа, кто-то сразу умер. Так, не, ну это долговато будет. Ого, колбасит. Блин, такой звук дамага странный очень. О, дамажит, все отлично, сейчас я умру. Осталось не так уж и долго. Васаби скромник сразу умер. А сколько уж у вас жизни, что вы так быстро умираете? У меня... А, у меня 500 000 жизни, только из-за этого я так долго выживаю. Так, давай, родная. Все, я умер. Ура. Да, но жизни мало, многовато было. Так, у этих аниматроников вообще жизни много. Ну пусть и будет, как раз будем тестить. Кто же быстрее умрет? Тим, может на лазер? Тебя. А ну два все-таки на сверло вонючее. Я запустил, давай. Ого, она дамажит. Нифига себе, она меня аж выкидывает. Ух ты! И все. Не, слабовато. Надо меньше жизни, чтобы у этого было попробовал. А ну давай, спринтрап. Ну-ка, давай, сверли его. Блин, она отталкивает. О, убила. Всё. Отлично. А где лазер? Я уже забыл. Вот здесь. Так, вот все говоришь, да? Так, подлетим. Все, я готов. Вот луч, я вижу его. Лазер не так уж много и тратит жизни. Да, но эти у нас аниматроники реально очень читерские. Вот смотрите, аниматроника 10 тысяч жизней. А ну давай, нажимай лазер. За сколько ж меня убьет? А давайте я нажму. Даже 10 тысяч жизни для аниматроника это тоже много. Ничего лазер делать не может, фуфлыжный. Так, давай конченую пилу. Так, я встаю, сразу видно, кишки кого-то уже запилили неплохо. Ой, пила тратит много, просто нереально. Блин, да что за пила? Еще такой звук пердежа, как... Реально как пердит. Странное топливо. А ну давай.
Я нажимаю. Готовься. Во, оно распиливает. Оно второго. Руку сейчас отрежет. Вторую руку. Две руки отрезало. Нифига себе. Давайте все-таки Фокси чикнем. А ну-ка, давайте вторую пилу. Вот эту можно включить? Ладно, давайте эту. Да. Ну, моментальная смерть. Блин, чикерские пилы. Так, чика идет. Тут с опозданием должна быть. Да, это, телепортация есть. Что у нас тут? Нажимаем кнопку. Пацаны, кто не сыт? Поехали. Погнали. Давайте, давайте, пацаны. Кто смотрит этот ролик? Не забываем ставить лайки, подписываться на канал, потому что ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то очень крутое и радуем подписчиков. Ну-ка, у кого сколько жизни тратится? Не, жизнь медленно тратится. У меня 10 тысяч жизни, а нереально вот, ну, 9 тысяч сейчас только вот будет. Вот. Медленновато. Вылетаем. Неинтересно. Это что, быстро убило? Так, я давайте в шипы спрыгнем. Какие-то. Хочу с шипов прыгнуть. На шипы. Ну-ка. Тум. Ну. Кстати, жизнь тратится, когда я просто стою. Чпляникс. Ну, ух ты. Нифига себе. Да что-то было такое. Интересно. Все, я иду на пушку. Полетели. Давай, в прямом смысле слова полетели. Так, а как думаешь, оно вытолкнет меня или нет? Так, холодильники? Ладно. Ой, я прям на пушке, на краю стою пушки, смотри, давай. Стреляйте. Может, надо было предметом зарядить? О, я зарядил. Давай. Это залагало. А не, сейчас все заработает. Вот кнопка тут с этой стороны. А, так. Нажал. Вот, закрылось. Ух ты! А можно пушку выше поднять, интересно, или нет? А, можно, да. Заряжайся. Сейчас, 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 стойте. Надо, чтоб вы этот, ее приподняли чуть-чуть. Приподняли? Ух ты! Я за карту улетел! Офигеть! Неплохо, неплохо. Мне такое нравится. А давайте эту катапульту вонючую. Давай. Как ее работать? А, физга надо. Как ее работать? Профессиональ слов. Давайте пушка все-таки стреляем, мне интересно, как она стреляет. Так. Дима, давай неплохо. Дима. Так, а где катапульта? На физганом ее поднять или опустить? Да? Да. Вон. Еще, еще, еще ниже. У тебя физган может, я в тебя верю. Так, ну давайте я попробую сесть. Ну что, полетел. Ну я такое. Я тяжелый, да, походу? Надо кого-то. А ну давайте холодильник зарядите. Для интереса. Давай. Что лучше полетит? Я лень или холодильник? О, один. Взяли... четко, да. Воу, холодильник четко полетел. Аж за карту. Давай, давай, давай. Вот эту катапульту нам бы в сандбокс ее на карту, чтобы машину позапускать. Эту катапульту можно использовать для того, чтобы бомбу запустить. Дима. Запускатель бомб. Дима, так, давай я... Запускай. Хотел вместе с этой штукой полететь. Не, да, но она пустила, как и меня. Не. В таком навесике, тяжелом. Дим, там есть поезд. Дим, давайте, давай. О, точно, ребята, все на поезд. Там же еще поезд есть. Я хотел его на поезд позвать. А, давайте еще эту давилку. Еще давилки не было. И как там ее запускать? Нажимать, а там кнопка есть. Да ладно, что? А это мгновенная смерть, даже ничего не понял. Вот смотри, 100 тысяч, давай 100 тысяч протестим. Да, так. Что нажал? Давай. Упс. Не, не убил. А ну давай, подожди, я выскользнул. А, ты выскользнул? Да. А давай терминатор, заходи ты. Давай. Распили меня болгаркой. Выталкивает. 4 тысячи осталось. Нормально. Может, у кого-то протестировать с стекляшками, да? О! Когда всё. Четко попадаешь, убивай. Давай все-таки я четко встану. Давай. Поднимай. Стой, стой, стой. Опускай. Ух ты, ну не, вытеснило все равно. Видно, да. Больше жизни. Давай поезд. Давайте на поезд. Раздавить его полностью. Ну давай, я жду тут с краю, плюс давит. Давайте. А как он пошел, там пошел, пошел, пил. А там кнопка есть. Ну что, убьет меня или нет? Сразу... А, не достает, блин, не доставала. Стой, давай на пути встану теперь. Давай я сяду. Ой, я даже ляжу, давай лежа, давай будет прикольно. Давай, я тебя спасу.
иди спасу. Что? А, блин, я испугался. Магический додик. А, он хотел типа сделать вид, что тебя... Да, да, но вид не сделал, потому что скример на весь экран вылез. Так, поставил я NPC и заморозил его. Опускаем. Интересно, у него жизни тратятся? Все, пошлите, пока у него жизни тратятся, пошлите, может убьет все-таки. Погнали. Так, давайте вот эту комнату засунем. Да-да-да. Давай туда зайду, Дима. Давайте я тоже буду тут, в этой комнате. Я вас всех. Все, поставили, давайте, нажимай. Заходи. Не зайду, я с тобой, мы идем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, колбасит. Эксперимент успешен. У меня 25, 20. Ну все, прощайте. Ух, я коленку поцеловал, это было мощно. Ну что, пробуем запустить бомбу. Давай. Ой, пацаны, прощайте. Вот это жахнуло. А что забагало? Все равно не полетело как нормально. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения. Выстрелим мои ролики еще. Ребята, последний эпический взрыв. Ты сейчас...